чтить память. Это не каждый может. Коммунисты чтут память и всегда говорят о том, что ушло, но может и вернуться. Потому что мы видим возврат к истокам. Истоки коммунизма – правильное понятие жизни. Не втирание демократической мерзости, а возврат к тому, как мы жили. Чтение правильной истории, понятие жизни для людей, понятие смерти для лучшего будущего. Мы так жили, и ни одна вшивая демократия не имеет ничего общего с жизнью на благо лучшего. У нас были не только герои Отечества, потому что в борьбе с фашизмом и нацизмом мы потеряли большее и дали вам мир. Но этого чухонцы не помнят. Максимально опытные уехали за деньгами, оставив тупиц, в которых нет понятия истории, тупиц националистов, тупиц фашистов. Они разрушают память, забыв даже собственных героев. А мы помним. Мы, зная, что прогадив все войны в горном одиночестве, потеряв все территории, поссорив нации, они хотят рулить, а не получится. Конечно, Сталин за 8 лет восстановил всю 90% европейскую территорию, разрушенную во Второй мировой войне. Заткнул доллар в мизерные рамки. Завернул в лохмотья инфляцию. Мы не знаем, но так это и было. Мы восстанавливаем разруху. А нацисты и фашисты уничтожают все. Как-то так получается. Только и нацисты, и фашисты – это демократическая мерзость, забывая собственных героев, возвращенная государством, должным всем и никогда не собирающимся возвращать, и даже чужое золото. При этом я с большим удовольствием отношусь к американцам как к населению, а не к придуркам у власти. Вы, придурки, потеряли от вашей ковидной процедуры большие. Но как развернуть злобное быдло, а это 90% всех жителей России? Как? Эту задачу до Сталина решил Ленин. Вариант простой – привести к власти тех, кто может дать людям будущее. А по сути, накормить финансами жителей и реально тормознуть инфляцию. Вы же сделали налоговую? Так пусть она разбирается не с населением, а с магазинами, таксистами, авиаперевозчиками. Ну туда же ЖД, транспорт, это необходимо, жилищными компаниями, теплофикацией, водой, электричеством, газом и нефтью. Я так понимаю, что это должна делать налоговая? Что, где-то сложности? Потому что вы эту сложность сделали. Но коммунисты вернут все вспять. Дайте человекам возможность жить, не уничтожая их.